За номерком на прием, на процедуры или на занятия в школу здоровья. Пациенты старшего поколения в поликлинику обращаются чаще других. Мы люди преклонного возраста, пока дойдем до 5-й поликлиники, уже ножки устают, и нам надо отдохнуть. Теперь для отдыха есть удобные скамейки прямо у входа. Обживать обновку пациентки стали не откладывая. Номерочек вы, если возьмешь какое-то время, вышел на скамеечку, сел, подышал и ко времени пошел на прием. Эти скамейки установили по просьбе горожан. Они обратились в региональное отделение партии «Единая Россия». Когда обратились, мы действительно поняли, что скамеек у поликлиник нет. Ну и, конечно, решили помочь. Первая поликлиника и ее филиал на Древлянке – одна из самых крупных в Петрозаводске. К ней прикреплено около 80 тысяч пациентов. Ежедневно в учреждении приходит порядка 3-5 тысяч. И основная масса из них – это пенсионеры и маломобильные пациенты. Сделать посещение поликлиники для них комфортным – такую задачу ставит перед собой руководитель учреждения. Вот на Свердлово филиале у нас новое крыльцо с пандусом сделано, с подогревом, чтобы не было наледи, скамейки тоже. Для того, чтобы людям удобно было и отдохнуть, придя в поликлинику, присесть, и удобнее было входить-выходить из поликлиники. По словам горожан, скамеек не хватает не только у поликлиник. В отдаленных районах стоит острая эта проблема, поэтому решать ее продолжат.